Спасибо. Меня ищешь? Нет. Ты это... Хорошо выглядишь. Правда, красивая. Как дела? Нормально. А я тебе подарок принес. Мне? Это я, когда мне исполнилось 5. Я уже тогда был симпатичный. Спасибо. Ты что-то хотела расти, Джеймс? Что? Я могу чем-то помочь? Нет, нам бы на улицу выйти. Я не стану с тобой драться. Я же сказал, надо выйти поговорить. Ты посмотри на себя. Глянь. Нечестно будет. Тебе сейчас только драться не хватало. А кто говорит про драку? Я с тобой драться не буду. Мы просто пойдем и поговорим. Пообщаемся. Понял? Ладно. Смоуки, когда мы были в том доме на озере с девочками, это часом не ты все устроил, чтобы узнала Пэтти? Чтобы она меня прогнала, а ты тут как тут, пока еще не отошел после драки. Ты на меня смотри. Так это было? Возможно. Была такая мыслишка. Я бы до такого в жизни не додумался. Знаю. Расти Джеймс. Если бы у нас была банда, я бы командовал, а не ты. Ты бы был заместителем. Ты держался за счет репутации брата, но его мозгов у тебя нет. Чтобы руководить, нужно иметь голову. Ты уж меня прости, но никто бы за тобой драться не пошел. С тобой и смерть найти недолго, а умирать не хочет никто. Да, ты прав, умирать никому не охота. Так что, тебе нравится Пэтти? Нравится? Да. Даже не будь она твоей, все равно бы нравилась. Она твоя. Ты себе льстишь.